Как премьера? Премьера была, по-моему, прекрасная. Вообще круто, смело круто. Прекрасно, прекрасное кино, замечательно. Абсолютно офигенно. Шикарно. Я же ничего не знал про этот фильм. Я вообще ничего не знал. Пришел в абсолютном неведении, как зритель. Весело, круто, забавно. Воробьев, пух-пух-пух. Дети ревут. Я плакал. Я правда плакал. Действительно эмоционально просто качели. Это полный спектр. Я утер слезы, вышел сюда. Я сидел рядом с Вовой, я хотел взять его за руку. И мне прям так грустно было вообще. Прям, ну, очень круто, мне понравилось. Не, круто, что для подростков. И вот особенно реакции в зале вообще бешеные просто. Если кто-то там в зале жаловался, что люди орут, это был я. Когда тема с папой пошла, сама всплакнула. В комиксах же не было истории отца Ромы, да? И нам ее рассказали сейчас. Да, они найдут предысторию. Очень крутую предысторию. Я могу спойлерить или я не могу спойлерить? Можно, да? Ну, первая сцена, потому что мы из Алматы, мы понимали, что происходило на экране, мы знали, о чем говорят ребята. Мне понравилось. Наверное, Гром, который маленький. Отличный фильм, очень интересно, много спецэффектов, мне очень сильно понравилось. Да-да-да, так сказать, в восторге и в слезах, потому что ну, невозможно было терпеть, мы сидели, просто держались за руки, такие, блин, моменты. Есть хорошая, добрая история с сильной драматургией. Очень классный пласт культуры 90-х. Погрузили нас в 90-е, погрузили нас в трудное детство, мы все это пережили с актерами, с героями. Мы... Как этот Игорь Гром, каждый из нас вот, ощущает себя этим главным героем. Хочется еще. Мне хочется продолжения. Да и вообще хочется больше и больше. Давайте сделайте сериал онгоингами каждую неделю. Круто, что такое кино делают, это очень масштабно. Я завидую сама себе, что я это видела. Запомнилась в конце битва. И запомнилась еще, когда стиль был как аниме. Ну, а для меня это тоже было сильнее, чем я ожидал. Ребята, вы крутые. Они справились на все 100. Шикарно. Спасибо, вы крутые. Ну, надо пересмотреть. Спокойно. Надо будет обязательно пересмотреть его 1 января. Очень классное кино, хочется пересмотреть. На Кинопоиске. Ждите премьеру. Ждем на Кинопоиске. 1 января